Извините, можно вас кое о чем попросить? Слушайте, такой холод, честное слово, некогда, я тороплюсь. Речь идет о девушке, с которой вы сейчас сидели. Не нужно было брать у нее деньги. Столько денег. Они добра не принесут. А что делаете вы здесь? Мы-то не местные. Мы фильм снимаем. А про что это фильм? Милая, это невозможно описать словами. Дед, говорил тебе, что нельзя садиться в машину к незнакомым дяденькам. Пожалуйста, скажите Вине, что меня не нужно бояться. Я расскажу поучительную историю. Смотри, тянула кровь это. Бог ты мой. Старыч, не сумасшедший, не экстремист. Мне кажется, я кое-что вспомнил. Я твой друг, я на твоей стороне. Возможно, я могу кое-что организовать. ФСБ уже назначена цена за информацию о вашем местонахождении. И ваш курс растет. Твой друг Старыч таскает за собой чемоданы наличным. Ты просто скажи мне, где бабки Старыч и все дела? Убирайтесь отсюда. Я что, должен это принимать как угрозу? Одни люди создают мир, основанный на лжи, а другие в нем живут с умирением, думая о пингвинах. Это ты этот коньяк ему положил? Тут уже ничего не поделать. Все вышло не так, как я думал. Поверьте, вы не зря проделали этот путь. То, что там происходит на льду, это просто... Если ты живешь как пингвин, то будь готов, что тебя нагнут в любой момент.